В канун празднования Международного женского дня 8 марта в культурном центре посольства Республики Беларусь в Москве открылась выставка живописи «Белорусская женщина в искусстве. Вчера и сегодня». Участниц выставки и гостей вечера приветствовал чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Это день особенный. Он согрет первыми лучами солнца и светом ваших улыбок. В экспозиции 35 живописных полотен и 19 графических листов белорусских художниц. Среди них известные мастера и начинающие авторы. Все работы объединяют утонченность и чувственность. Предложение посмотреть на окружающий мир глазами женщин-живописцев из Минска, Витебска, Гродно и Могилева. Я бы хотела, чтобы вы через эту выставку, через произведения, которые мы вам привезли из нашей коллекции, из коллекции Национального центра современных искусств Республики Беларусь, чтобы вы прочувствовали нашу страну. Именно прочувствовали. Прочувствовали ее глубину, ее любовь, ее краски, красочность, яркость и в то же время эмоциональность, которая нас отличает. Из выставочного зала гости перешли в концертный зал культурного центра. Здесь их ждал вечер вокальной музыки в исполнении солистов Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь.